Добро пожаловать на Hard Reset Info. Это Huawei P9 Lite Mini. И сейчас я вам покажу, как на этом устройстве изменить экран заставку рабочего стола. Берем на пустом месте. Не удерживаем, как на тех телефонах, да, как на других. Хотя можем и удерживать. То есть тут можно и удерживать, правильно? Можем на пустом месте взять, удерживать пальцем. А можем взять и выполнить такой вот щипок. Как бы производитель задумывал щипок, но вы можете просто взять и удерживать в любом пустом месте. Итак, после того, как вы поудерживали, вы выбираете в левом нижнем углу пункт «Обои». После чего можете выбрать, какую хотите. Обою, скажем так, да. И установить, нажать на галочку сверху, и либо на рабочий экран и экран блокировки, то есть на все экраны, либо на рабочий только экран, либо только на экран блокировки. Я выберу только на экран блокировки. Сейчас проверим, как работает. То есть это рабочий экран, здесь не должно было измениться, а экран блокировки стал звездным. Отлично. Теперь покажу следующее. Можете опять же сделать то же самое. Выбрать обои, но выбрать фото из галереи. То есть, да, выбрать фото из галереи. Что у меня есть в галерее? Допустим, у меня есть такая фотография. Я немного ее кропну и выберу на рабочий экран. Выбор обоев. И видим, что на рабочем столе фотография, картинка изменилась. И на экране блокировки ту, которую мы поставили. Спасибо большое за просмотр. Поставьте этому видео лайк и подпишитесь на наш канал. До встречи. Thank you.